Получать удовольствие от жизни и быть активным можно по-разному. К примеру, для Алексея и Егора день начинается со стремительного заезда на велосипедах. За спиной мужчин только за это лето сотни километров пути. И с приходом осени останавливаться не собираются. Барнул точно, весь обколесили, и ближайшие окрестности в радиусе километров, наверное, 30-40, так вот, везде по полям, по лесам. От уровня катания тоже много зависит. Вот, поэтому особо никаких трудностей не возникает. Главное следить за своим конем, чтобы он был в технически исправном состоянии, не ломался, не подводил. Велосипед, потому что это дает такую свободу передвижения. Можно уехать на довольно дальние расстояния. В лесу в эти выходные постоянно пропадает Яна. Это кадры последней тихой охоты. За раз больше 100 килограммов грибов опят. Дома у нас аромат. А я самый кайф их собирать. Вот когда вот идешь там по этой роще, по лесу идешь, и когда на такой пенек, допустим, нарываешься, когда он так весь усыпанный, боже, не знаешь, что быстрее хватать, то ли телефон, то ли нож, фотографировать эту красоту или срезать быстрее, пока тебя там никто не заметил. Секретные места грибных полян нам раскрывать не стали, да и какой грибник будет делиться таким сокровищем? А вот свежими соленьями угостили от души. На 1 литр воды мы добавляем 1 столовую ложку соли, гвоздичку, перчик душистый, который горошек, лавровый лист, укроп зонтик и 9% уксус, чайную ложечку. Delicious. На Новый год к застолью самое то. Жарит ли солнце или дует уже прохладный ветер, наш следующий герой идет на водные процедуры. Для настоящего моржа Александра, чем вода холоднее, тем интереснее. Ему почти 70 лет. Он чемпион страны по зимнему плаванию. А совершив заплыв в Байкале на 1800 метров, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Закаливание не только оздоравливает, но и настроение поднимает, добавляет мужчина. Приходишь, тебя горит, ты эйфория, еще в баньку сходил, еще с друзьями пообщался, чай попил, ты идешь с хорошим настроением на работу, в семью, сам удовлетворен. И самое-то главное, ты молодеешь. Обязательно одевается шапочка, а тем более, когда холодная вода, двойная, чтобы у нас голова не переохлаждалась. Занимайтесь активно плаванием, зимним плаванием и будьте здоровы. Ну а для тех, кому нужно просто выдохнуть после рабочей недели, отлично подойдет дачный режим. Барнаульцы уже делятся яркими садовыми кадрами. Урожай созрел, яблочек много, солнышко еще греет. И ничего не мешает наслаждаться моментом. Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком.